Но так же не ходят. Это европейские правила. А Рокко? Интересно. Но, наверное, играть по своим правилам не совсем честно. Став султаном, ты будешь думать иначе. Мне переходить? Сулейман, я понимаю, что тебе тяжело видеть, как мы с твоим отцом спорим за трон Баязида. Дедушка выбрал тебя, а его слово — закон. О чем вообще здесь спорить? Когда-то мы дружили с твоим отцом, но его жестокость и амбиции... Я слышал эти сплетни, дядя. Что ж, мне пора на встречу с визирями. Продолжим игру в другой раз. В любое время. Эцо! Тарик продает оружие местному барыге, Мануилу Палеологу. Палеолог? Это не к добру. Последним императором Византии был Константин Палеолог. Если его наследник собирает армию, конфликт неизбежен. Тарик знает, куда отправляется оружие. Если я найду его, то выйду по его следу на византийцев. Он будет в казармах со своими янычарами. Чтобы подобраться к нему, нужно стать одним из них. Не проблема. Гюзель, добудь все нужные сведения и убей его. Убить его? Ведь Тарик и твой отец были близкими друзьями. Да, были. Но раз он открыто предал султана, то заслуживает смерти. Интези. Забрал его душу. Он взял. Какой дьявол в тебя вселил? Какого дьявола? Хватит! Покалечишь кого-нибудь. Можешь спокойно постоять. Может быть, кто-то что-то видел? Пара вопросов. Что произошло? Твои штучки! Ладно. Не задерживайтесь тут. Бегите. Прошу. Ну, боже. Чем не провинить? Я его вижу, мой брат. Всем сердцем не я его вижу. Boss.
Мое терпение. На исходе. Благослови вас Бог. Так держать. Османской дипломатии. Саламун алейкум, славные водички твои. Селим понимает нас. Византийцы, мамлюки, сефевиты. Лишь ему хватает смелости бросить им вызов. Это так. Селим настоящий воин, как Осман и Мехмед. И почему султан предпочел льву котенка? Ах, нет, тих и спокоен, как и сам султан. Боюсь, они слишком похожи. Должен быть найден и строго наказан. Общайте обо всем подозрительно. Люди, берегитесь! По улицам города бродит убийца верности султана. Янычары посвятили своей жизни защите нашей империи. Командите им тем же и помогите найти убийцу, пока он снова не нанес удар. Безумцы! Громилы! Янычары, здесь? Убирайся вон! Стыд какой! Убирайтесь вон, поганые твари! Дерьмо. Почему Ахмед торчит в городе? Он же знает, что его не любят. Он как мотылек, летящий на огонь. Все ждет, когда папаша протянет ноги, чтобы он мог зайти на трон. Слыхали? Он предлагал Тарику деньги в обмен на нашу поддержку. Да ладно! Товарищи, один из наших братьев был убит менее часа назад. Убийца снял с него одежду, а тело спрятал. Внимательно смотрите, что происходит на улицах. Кто-то хочет подставить нас. И мы должны быть готовы. А ты знаком с сыном Селима? Принцем Сулейманом? Лично нет, но я видел его. Определенно способный юноша. Уже не юноша, а настоящий мужчина. Мудрый и умен не по годам. Наверное, пошел в отца. Наверное. Хотя, как мне кажется, он совсем другой. Кажется, я его уже... И
еще немного, и он наложил бы в штаны. Не, серьезно, у него от страха аж жилы на лбу вспухли. Забавный был. Поверь. Не, ничего важного. Ладно, ты весь день избегаешь этой темы. Я не хочу никаких увертов, только прямой ответ. Когда ты отдашь мне 10 цехинов, чтобы взял в долг на прошлой неделе, а? Что говорил капитан? Да все больше этих слов. У меня рыба конфузия. Станет больше, чем нас. Проклятие. Эй, шайтан! Он слишком быстрый! Этот похож на... Стой, это старик! Один? У меня к тебе человек. Пара вопросов. Кажется мне... Взять его! Лично нет, но я видел его. Определенно способный юноша. Уже не юноша, а настоящий мужчина. Мудрый и умен не по годам. Наверное, пошел в отца. Наверное. Хотя, как мне кажется, он совсем другой. Зачем ему капюшон? Что там скрывать? Я его знаю. Куда прешь? Погоди-ка немного. Старик, тебе письмо. Арикуладе. Оружие прибыло в Каппадокию, где сейчас стоит армия Мануила. А наши люди все еще с ним? Ивет. Они свяжутся с нами, когда византийцы свернут лагерь. И потом мы встретим их в Бурсе. Кажется, все идет по плану, эфенди. Ивет. Пока да. Так почему же твои родители не хотят говорить о свадьбе? Я бы стал отличным мужем твоей сестре. Разве пара бород... ампутации его не зашла, не компенсируется другими моими психиатрическими. Видишь этих сумасшедших наемников с Дуная? У большинства из них между ног больше, чем в головах. А этот чеснок. На
Сначала чувствуешь их запах, а потом уже видишь отряд. Как прошел твой визит к доктору? Он поставил тебе пиявок? И даже здесь? Ну, ты смелый человек. Я бы на такое не решился. Какая печальная ирония. Это и есть расследование Сулеймана. Ты вел дела с врагами султана. Ты ждал иной награды за свое предательство. Я виноват. Но не в предательстве. У меня был свой план. Я хотел нанести византийцам удар, когда они не были бы готовы. У тебя есть доказательства? Смотри. Ты выйдешь на византийцев в Каппадокии. Перебей всех, если сможешь. Я ошибался в тебе, Тарик. Прости меня. Защити мою родину, ассасин. Аллах Ашкина. Верни достоинство, что мы потеряли. Тебя пойду! Убийца! Стоять! От этой формы одни проблемы. Я научу тебя летать! Какого дьявола? Какого дьявола? Это что еще такое? Взять его! Помнила мне о той девчонке в бурсе, что мы удушили. Ну ладно. Многое для сохранения мира. Нужно потренироваться на первом. Тарик не предавал нас, Сулейман. Он тоже следил за византийцами. Что? Так значит... Мне жаль. Прости, Аллах. Я не должен был судить столь поспешно. Он до последнего был предан султану. И благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город. О, Тарик, не нужно было ему секретничать. Неужели не было другого пути? Оружие ушло в Каппадокию. Поможете мне попасть туда? Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль. Сулейман! Сулейман! Меня подставили и выставили предателем. Помнишь Тарика, Янычара? С которым ты не ладил? Кто-то убил его. Все знают, что мы с ним были на ножах. Теперь Янычар обвиняют в его смерти меня.
Ужасные новости, дядя. Когда об этом узнает отец, он изгонит меня из города. О, прошу прощения. Я не знал, что у тебя гости. Это Марчелло, один из моих советников из Каффы. Буонасера. Марчелло, мне с племянником нужно поговорить наедине. В общем, корабль будет ждать вас, когда вы решите отбыть. Грация, мио принципе. Мы непременно найдем этого злодея, дядя. Терпение. Откуда же ты теперь выскочишь? Что-то в этой накидке есть знак. Нет, не сможешь! Тебя здесь не должно быть! Наверное, ничего страшного. Нравится поэма? А кто были те люди, которых он отправил в ад? Политические противники. Враги. Алигьери бьет точно в цель, да? Си. Очень тонкий способ отомстить. Эцио. Я еду в Адрианополь посмотреть новый печатный станок. Это интересно. Это почти в неделе пути верхом отсюда. И ехать одной. Прего? Извините, у вас, наверное, дела. София, я бы с радостью поехал с вами, но времени совсем нет. Да, ни у кого из нас. Ну, я попробую решить последнюю головоломку. Но у меня есть одно дело. До завтра подождете? А что вам нужно? Глупость, но мне нужны свежие цветы. Белые тюльпаны. Я достану для вас цветы. Не сун проблема. Уверены? Да, заодно и развеюсь. Бене, встретимся в парке к востоку от Айя Софии. Вы мне цветы, я вам информацию. Похоже, вы ищете, на что потратиться. Что вам нужно, друг мой? Тюльпаны. Белые, если есть. А, тюльпаны! Простите, только закончились. Может, что-то еще? Нет-нет, больше ничего. Ну ладно. Я знаю, где взять свежих тюльпанов. Вы подождите меня тут, а я вернусь через час, ну, максимум два. Я не могу ждать час. Мы что, из других земель возим?
Это же очень опасно. Будьте милосердны. Немного монет хоть не на то. Постыдился бы. Обирать. Пожалуйста, Эфенди. Я жалкий маленький человек. Не надо. Из янычарских казарм только что пришло известие об убийстве командира янычарского корпуса Дарика Барлетти. Преступник пока не задержан, но на его поимку брошены большие силы. Официально объявляю, что это? Подарок. Кибелли, грация. Спасибо, что дали мне поучаствовать в вашем расследовании. В этом деле любая помощь просто бесценна. Вы так загадочны, Эцио Аудиторе. Ми диспьяче. Я не специально. Нет, нет. Аффасинанте. Сэмбро сквизито. Угощайтесь. Как там последний шифр? А, шифр, си. Я давно разобрала его. Вы скоро его получите.
Thank you.
Говорят, во сне он кричит и все время зовет отца. Аббас, как же он жалок. Но это не нам судить. Отчего же? Если мастер тронулся умом, я хочу знать. Тш. Вечер добрый. Воды. Присядь. Вот. Спасибо. Зачем ты пришел, старик?
Аббас заслуживает жалости, а не насмешек. Он прожил жизнь сиротой и стыдился своей семьи. Он жаждет силы и власти, ибо не имеет их. Он наш наставник. Он не предал нас, как Аль-Муалим и Аль-Таир. Чушь. Аль-Таир не был предателем. Он был изгнан, бедняга. Это вы? Я слышал сплетни, но я не верил им. Я бы хотел поговорить с Аббасом. Прошло уже столько лет. Не выйдет. Фидаин и Аббаса не пустят нас в его замок. Настоящих ассасинов тут меньше половины. С чего же мне начать? С нас. Ты говоришь, они жестоки. Кто-нибудь из них поднимал руку на невинного? Увы, да. Жестокость этим людям в радость. Тогда они умрут, потому что предали орден. Но тех, кто не забыл кредо, надо пощадить. Доверься нам. Ты слышал сплетни, что ходят по деревне? Про Аббаса и его кошмары? Нет, про Аль-Таир. А что Аль-Таир? Говорят, внизу, в долине, какой-то старый ассасин спас жизнь торговцу. И сражался он спрятанным клинком. Аль-Таир здесь? В деревне? Сообщите в замок, скорее! Ассасины! Ко мне! Учитель! С приездом. Тихо! Мы не хотим его смерти. Сюда! Бей предателей! Убейся! Без этого артефакта ты никто! Никто! Жалкое ничтожество. Следуйте за мной к замку и не проливайте зря кровь. Аль-Таир, 20 лет прошло с тех пор, как ты покинул нас. Сейчас нам особенно нужна твоя мудрость. Убить его! Сейчас же! Чего вы ждете? Глупцы! Он околдовал вас! Наш наставник вернулся! Мое почтение, наставник. Аббаса! За тебя! И за орден!
С возвращением, клинок! Мир вам, наставник! С возвращением, наставник! Всегда честь, наставник! За победу до конца, наставник! Здравствуй, наставник. Отзови своих людей. Нет! Я защищаю Масиаф! И ты бы поступил так же! Ты осквернил все наши идеалы и растерял все, что у нас было. Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы. А ты потратил многие годы, пялись в это яблоко и мечтая о собственной славе. Это правда, Аббас. Яблоко поведало мне о многом, о жизни и смерти, о прошлом и будущем. Я покажу тебе. Я не смогу простить тебя, Альтаир, за ложь о моей семье и об отце, за унижение, что я вынес. Это не ложь, Аббас. Мне было 10, когда твой отец пришел ко мне. Он рыдал. Умолял простить его за то, что он предал мою семью. Он перерезал себе горло. Он умирал прямо у моих ног. Я никогда этого не забуду. Нет! Но он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я увижу его и узнаю о его последнем дне. Когда же придет твой час? Мы найдем тебя. И тогда сомнений не будет. Даже уже стариком он пытался сделать все, чтобы сохранить братство. В юности я бы назвал его упрямцем. Сейчас же я восхищаюсь его смелостью. Ассасины были всей его жизнью, от начала и до конца. Другой у него не было.